30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Боевые действия, которые продолжались почти 10 лет, затронули судьбы тысяч советских солдат. В память о тех событиях молодогвардейцы организовали живой концерт в одной из люберецких музыкальных школ. Говорят, время лечит, но эта боль вряд ли утихнет. Среди тех, кто достойно нес службу в рядах наших войск, и ветеран войны Юрий Береснев. 18 лет попал он в Афганистан. В горячей точке за 2 года он видел многое, но самое страшное – горечь потерь боевых товарищей. Рота, в которой служил, было 2 героя Советского Союза посмертно, к сожалению, это нищу коллег, и Юрий Исламов, конечно, приходилось испытывать и физическую, психологические нагрузки на грани невозможного. Да? Сегодня на концерт Юрий пришел не один, а вместе со своим боевым другом. Для всех присутствующих ученики второй музыкальной школы и молодогвардейцы исполнили песни афганских лет. В этот раз хотелось больше сделать такой живой концерт. У нас ребята с гитарой поют песни «Афганистан», которые были популярны на те времена. Я считаю, что просто необходимо почтить память погибших и почтить ветеранов, которые действительно, чья юность выпала на годы этой страшной войны. Память о тех, кто погиб в Афганистане, чтят в округе ежегодно. В образовательных учреждениях проводятся тематические занятия, на которых ученики узнают о подвигах воинов-интернационалистов. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.